если так будет продолжаться, я вынужден буду тебя, несмотря ни на что, уволить. Летом он индивидуальный предприниматель на центральном рынке Анапы. Зимой Дед Мороз в центре культуры «Родина». И только здесь, в киноклубе, он остается самим собой, вне зависимости от времени года. Виктор Зубарев с детства мечтал стать актером и стал народным. Не в смысле народный артист России, а в смысле артист из народа. Специального образования не было. Век живи, век учись. Он брал уроки важнейшего из искусств кино у двух Дмитриев – Брусникина и Сорокина. Для этого даже пропускал работу и добился успехов. Из простой массовки он перешел в эпизодические роли. Например, в фильме «Дачники». Сценаристы воодушевились лицом одессита. Так они увидели нашего Виктора Геннадьевича. Ему даже не пришлось менять внешность. Также он снимался в сериале «Ищейка-2» с Анной Банщиковой и Александром Макогоном, режиссера Брусникина. Любимый праздник у киношника-предпринимателя – фестиваль «Киношок». Гастагаевские встречи запомнились надолго. Богдан Хмельницкий был. Значит, потом Кононенко был. Весело. В Гастагае вообще очень даже мне понравилось то, что проходит вот именно закрытие киношока. Это вот именно там казачья атмосфера. В общем, веселье. Виктора Зубарева часто узнают на рынке, на улице. Друзья, соседи, бабушки с рынка часто спрашивают, когда будет продолжение «Дачников» и романтической комедии «Косяк опор» о приключениях обычного анапского парня Лехи. Хорошие новости. Как раз сейчас в библиотеке на Стахановской проходит кастинг на съемки второй части «Косяк опора». На пробы к режиссеру Сергею Петрову приходят студенты, предприниматели, домохозяйки, спортсмены, музыканты. Фильм можно посмотреть в интернете. Его уже оценили более 2000 человек. В этот раз артисты обещают сделать фильм динамичнее. Возможно, будет другое название со словом «Анапа». Про рекламировать Анапу, что ли, все-таки здесь живем, как бы, не только ведь в Анапе этот фильм будут показывать, допустим, там, а вдруг он на фестиваль в Каннах пролезет, кто его знает, как снимем. Примечательно, что на кастинг пришел известный в Анапе музыкант Владимир Добрынин. Он хочет написать для фильма музыку, чтобы все в кино было чисто анапским. Актеры, продакшн, геолокация и даже музыка. А там можно подумать и о Каннах. Анна Жукова, Анапа, регион.